Всем привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Outlast 2, и это серия номер 2, и мы продолжаем. В прошлой серии мы с вами обнаружили очень странное письмо, а именно письмо какой-то озабоченной монашки, очень странное письмо, и в сегодняшней серии мы с вами остановились около подвала, и давайте мы продолжим наше приключение по этому страшному и ужасному миру игры Outlast. Поехали. Итак, ребят, в прошлой серии мы с вами уже пролезли сюда вот вниз, получается, правильно? И дошли с вами до какого-то специального, я так полагаю, так, на какую там врубается ночное зрение, я уже забыл. Я уже забыл, в принципе, вот, все нашел, да, вот сюда мы прём. Побежали, ребят, с вами побежали. Ладно, пойдемте не бегом, то мне страшно до безумства. Я не хочу поворачиваться, потому что очень стрёмно. Сатана, что-то там бог. Ну что, ребята, в прошлый раз мы с вами на этом моменте остановились. Теперь продолжаем. Продолжаем наше приключение. Поехали. Ну что, спускаемся в этот подвал. Я не знаю, что нас там ожидает. Но я знаю, что там, наверное, нас ожидает лютая жесть, лютая задница. Ух ты, ё-моё, это что такое? Нас поднять. Что еще на письмо? Песнь повитухи. Дядя идет, готовьте нож созданию ночи, и матерь за грехи свои несет врага внутри. Хором. Славься, Боже, бурю шли. Нам неведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Окей. Живот растет, расти дитя, посланец темных сил. У врат мы молимся, и свой готовим нож. Иезекииль. Хором. Окей. Я знаю, что Иезекииль это у нас ангел. Хорошо, отпустим. Это, я так полагаю, у нас люлька или что такое? Это что, это комната для ребенка? Хорошо, нам тут пока не требуется, да? Не камера. Какие-то мушки, какая-то кровь, игрушки валяются. Что, мы тут с чем-нибудь взаимодействовать можем, либо мы можем идти? Тут нет ничего интересного, кроме чего? Кроме данной записки, да, я правильно понимаю? Кровь? Что это такое? Какая-то... А, это трупы! Трупы! Причем трупы детей. Трупы детей, да. И куда нам? Вон туда? Нет? И куда нам теперь идти? А, вон сюда вот. Окей, понятно. Мы идем, хорошо. Ой, лошадка. 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 А что нам эта лошадка несет? Боль и разрушение? Хорошо, окей. Лошадка, ты тут шатаешься, пока шатайся. А мы идем дальше. Качельки. Ребенок. Чё? Где наша там жена, девушка, кто там, непонятно кто, короче. Ладно, идем. Батарейки садятся, но надеюсь, что... Кстати, а я что-то пропустил. Ползти, нажмите С. А, мы можем прям проползти под забором. Хорошо, окей. У меня садится батарейка. Темно. Да жути темно, конечно. Но что ж поделать, потому что у меня садится... Кто тут? Вижу батарейку. Так, как нам перезарядиться? Хорошо, супер. Кто это? Выходи, дебил. Ты где? А, это мы возвращаемся обратно, я правильно понимаю?
Нет, мне нужно идти дальше. Идти дальше? Да кто ты? Ты где? Чувак, ты где? Алло? Он мне почему-то на правое ухо болтает что-то. Я сижу в наушниках. Где-то вот с этой стороны, где-то там. Окей. У нас туалет. Знаете, что самое криповое? У меня сейчас под ногами сидит собака, и он... О! Твою мать! Ты кто? О, твою дивизию! Мы просрали? Ночной режим можно? А, мы проиграли. Окей, и как нам это? Вон идет она. Побежали! Окей. Тогда вопрос, как мне это пройти? Хорошо, окей, ладно. Я беру сейчас батарейку. Там нельзя никак пройти. Мимо этой хрени. Она прошла? Ползи. Мы, кажется, прошли. Окей. А, хорошо, давай. Мы ползем, что ли? Я слышу много странных звуков. Подожди, можно я уберу камеру пока что? Тихо, парень, тихо. Тихо. Кто ты? Бог хочет, чтобы я умер? Что? Может, я перезаряжусь быстренько? Мне кажется, данная часть Outlast'а, она прям мощная. Это я хожу, да? Мы можем в бочке вот этой спрятаться? Да что это, виллы? Ладно, окей. Окей. Ни одной батарейки, черт, у меня батарейки кончаются уже, и это печально. Хорошо, идем дальше. Мы прошли.
Окей, лезем в окно. Ух, мы дома. А ваша камера оснащена микрофоном, чтобы... А, окей. Хорошо. Окей. Вот есть батарейки. О, спасибо. Мне так будет куда спокойней. Так, ладно. Батареек в этом доме, я так полагаю, нету. Мы можем вылезти либо через окно. Окей. Сюда кто-то идет. У меня кончаются батарейки, черт возьми. Твою мать. Какого хрена? Окей, мы спрятались. Отлично. А если я сейчас выйду? Так, мы забрали, ребят, с вами батарейку, что я слишком замолчал, потому что мне очень стрёмно. Ага, мы не можем, да, пройти? Куда мне идти? Я не понимаю. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Где он? Слева, справа, где? Слева. Вон он идет. Твою мать! Потом, ребята, прочитаем. Как это сфотать, я не понимаю. Хорошо, бежим. Просто бежим вперед, просто бежим вперед. Как мне дверь открыть? Как мне их открыть? Как мне их открыть? Проползти я тоже не смогу. У вас есть... Зашибись. А, вот сюда.
Как мне открыть дверь? А. Окей, еще одна записка. Ничего не понять, ребятки. Читайте сами, если что. Так, окей, назад. Там что-то делалось с нашей подругой. Закроем дверь, чтобы, если что. Ни аккумуляторов, у меня нифига нету, серьезно. Разблокировали. Открываем. Нет, ни черта. Ну, вроде пока что видно, пока что тут есть свет, вроде как. Ключ. Окей, на тап можно посмотреть собранные предметы. Они сверху? Они сверху! Батарейка. Фонарик? Почему я не могу взять фонарик? Ну что за хрень? Давайте перезарядим камеру, чтобы нам было видно все. Вот. Окей, 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 окей. Чувак привязанный. Что, как, куда? Записка. Ну-ка. А, поскольку папа надо теперь слушать тебя, я прошу сказать ему... Ладно, ребят, ставьте на паузу, читайте, пожалуйста, то, что тут написано, потому что будем проходить дальше, не будем слишком долго задерживаться на записках, потому что иначе... А, все, я понял. Окей, иначе мы бы тут над слишком долго бы застряли с данными записками. Так, а как нам пройти наверх? Хорошо, окей. Ой, чувак, ты тут живой? Ты живой? Ладно, окей. Нам куда вперед, дальше? Куда? Куда нам идти? После 20 минут блужданий по этим катакомбам, выхода на улицу, я все-таки сообразил, куда идти, как, что действовать. Поэтому, ребятки, смотрите, сейчас мы выйдем туда, куда нужно. Какая-то смерть. Так, тут тоже что-то непонятное. Так, а как? Что? Куда? Как мы должны? Что сделать должны? Садятся батарейки просто как семечки, серьезно. Можем поднять записку? Или что? И куда нам дальше идти? Непонятно. Ни черта непонятно. Так, ну и что? Ну вот мы идем. А куда мы идем? Так, там чувак шевелится. Туда мы пройти не можем, ну-ка. А, можем. Твою мать. Help me, блин. Кто бы мне бы сейчас help me. Разблокировать. А, вот от чего это ключ. Что-то это бинт. А батареечку нельзя, нет, положить сюда. Хотя бы одну. Я ничего не вижу. А, лесенка. Мы в доме? Батарейка. Отлично. А раз мы в доме, нельзя было хотя бы две положить, что ли, сюда? Ну или на крайняк три. Ладно, окей, мы будем использовать, ребят, с вами батарейки по минимуму, чтобы просто как-то посмотреть. Будем ходить без камеры. Как бы то, что видим, то будем видеть. Ну-ка, сюда мы подняться можем? Окей, второй этаж. Есть кто? Можешь спрятаться в шкафу. Хорошо. А зачем мне прятаться в шкафу?
Записка. Еще одна. Ой. Еще одна записка. Ну-ка. Окей, спрятаться в шкафу. И что нам это даст? Окей, ничего нам это не дало. Пойдемте разблокируем дверь. А. Давайте перезарядим камеру. Сразу, чтобы... Так, можем там увидеть, что происходит? Там какие-то эти... Что преклоняются кому-то, что-то там они делают. Не понять что. Ну пойдемте. Что же делать-то? А-а-а. Дверь блокируется. Хорошо, прям дальше. Прям вперед. А, это дверь. Тоже заблокируется. Окей, дальше есть вход. А, мы можем через окно. Мы нашли ее? Мы нашли ее! Бежим, 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 бежим. Куда бежим? Ух! Что помчались? Окей, мы нашли Лин. А, теперь она нас ведет. Я не трогаю. Я никого не трогаю. Что? Чего ты там орешь? Хорошо, мы от них сбежали, я правильно понял? Ну хотя мы у них на территории сидим. Мы в принципе не можем от них сбежать. Лин, только не умирай, пожалуйста. Окей. А, она продолжает нас вести дальше. Только вопрос, куда она нас ведет? Она ни хрена не знает местности, и куда-то мы с ней идем. Она носит ребенка в животе. Лин беременная? Oh my god it. Им нужен ребенок, да? Что происходит? Это еще кто? Еретики? Кто это? Что происходит?
О боже. О, май гаред. О, факин. О, ну не надо, зачем ты это делаешь? А ты мужик или баба? Вернувшись на пару кадров назад, мы увидели диалог о том, что это был мужчина, потому что наш персонаж обращался к нему в мужском роде. Поэтому это мужик. Да, нас обрезал мужик. Это было больно. Окей. Где Лин? Где Лин? Лин. Ты не Лин? Ты тоже не Лин? Где Лин? Куда они сперли Лин? Где Лин? Это стрёмно. Это очень стрёмно. Очень-очень стрёмно. Ну а на такой стрёмной ноте, ребят, мы, пожалуй, будем заканчивать сегодняшнюю серию на Outlast 2. Да, очень странная серия. Очень такая страшная. Бояться есть где, бояться есть что. И да, мне нравится уже Outlast 2. По сравнению с первым, первый был такой какой-то... Не знаю, не очень, что ли, он был какой-то замызганный. Или тем, что первый Outlast вышел уже очень давно. В 13-м году первый Outlast вышел. А уже 17-й. Вот, поэтому, скорее всего, наверное, потому что Outlast первый вышел в 13-м году, поэтому он, как бы, со временем поднадоел. И, возможно, в 13-м году он был хорошим. Вот, поэтому, ребят, мне Outlast 2 нравится, будем его проходить, будем с вами как бы играть в него, да, а я всех очень люблю, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте репостить это видео в различные социальные сети, там Instagram, если вдруг как бы хотите, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, где угодно, все социальные сети есть внизу в описании, точнее не в описании, а можно поделиться внизу. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видео, потому что, как бы, по-любому пропускаете, я прям знаю. Вот. Да, зовите друзей, давайте нас становиться будет все больше и больше. Я повторюсь еще раз, я всех очень люблю, спасибо большое за просмотр, и всем до скорых встреч, ребята, пока-пока!